Очарованный странник, глава 20, краткое содержание. В конце спутники поинтересовались у Ивана, как ему живется в монастыре, не искушал ли его бес. Герой ответил, что искушал, появляясь в образе Грушеньки. Но он его уже окончательно преодолел. Как-то Голован зарубил явившегося беса, но тот оказался коровой, а в другой раз из-за бесов мужчина сбил все свечи возле иконы. За это Ивана посадили в погреб, где у героя открылся дар пророчества. На корабле Голован едет на богомоление, на Соловки, а после собирается на войну. Очарованный странник как бы вновь ощутил на себе наитие вещального духа и впал в тихую сосредоточенность, которую никто из собеседников не позволил себе прервать ни одним новым вопросом. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.